Здравствуйте, дорогие наши гости, родители, учителя! Приветствуем вас сегодня с началом учебного года. Мы вновь встречаемся здесь, в стенах нашей школы. И все повторяется. Уроки и перемены, будни и каникулы. А сейчас наш праздник. Учеба, здравствуй, школа, здравствуй. Идем за знаний в поход. Сегодня праздник, школьный праздник. Встречаем мы учебный год. И сидят в тени похожи, и когда идет игра, хорошо, а ты похожа на корабль, бегущий там. Сейчас наша вода, школьные доски, так значит, немножко мы все моряки. Особый праздник у нашего первоклассника. Он впервые переступает порог нашей школы и отправляется в увлекательное путешествие в страну знаний. Первый
первый раз пришел ты в школу, первый раз, первый класс. Все для тебя сегодня ново, все волнует тебя сейчас. Дорогой Стефан, знаем, ты готовился рассказать свои стихи, ты уже настроился? Скоро буду я учитель в школе, и на первый на урок подарят меня твой внук. Очень я хочу учиться, обещаю, не лениться. Я всегда к 7 часам просыпаться буду сам. Буду я держать в порядке книжки и тетрадки. Буду я учеником, настоящим учеником. Я буду учиться за лето. Постараюсь всем заметно, что пора идти как раз, не учиться первый класс. Вчера еще только ребенка, ничего не поделаешь тут. Называли тебя дошколенком, а теперь первоклашкой зовут. Которая не хотела учиться. Мир вам! Я королевская служанка. Я пришла, чтобы показать принцессе, что учиться необходимо всем и каждому. А тут праздник какой-то. Ну и правильно пришла, потому что наш праздник посвящен Дню Знаний. Отлично, то, что нужно. А вот и принцесса с родителями. Ах, не рыдай, не шутя в предчувствии мороки, ведь нынче бедное дитя отправят на уроки. Нет, я учиться не хочу, я лучше в космос полечу, а может на Гавайи поеду на трамвае. Увы, дитя, нельзя никак, придется подчиниться, у нас вельможи и бедняк обязаны учиться. Бедная голубка, ах, моя кровиночка, вот надула губки, вот в глазах слезиночки. Кончились забавы, начались мучения. И на что мне право это обучение? Ты получишь в школе разные познания. Для чего ребенку эти истязания? Пожалейте королевскую дочку. Не хочу учиться, и точка. Разослали страноги гонцов, да собрали мудрецов-хитрецов. Приходите, кто может помочь научить королевскую дочь. Я ставлю ваш маршник, я был неудачник. Ну вот, наконец, я попал во дворец. Чудесный башмак смусил ее малютки. И ну вот не нужно, теперь ни минутки. Лишь только наденет она башмачок, как получит ответить ее язычок. Как принцесса поумнела, это видно на глазок. Отвечай, малютка смело, ты ведь знаешь свой урок.
Скажи, моя маленькая, славненькая доченька, что такое столица? Это город, куда приезжают повеселиться. Сколько будет 6 × 6? О, нет, густая 6. Сколько будет 3 × 8? За весной приходит осень. Где гуляют носороги? Спят зимой они в берлоге. Ах, у нашей дочки беда, в голове у нее чехарда. Чехарда и пилиберда, брось этот башмак навсегда. Ступай к себе, башмачник, в дом, к своей жене, хозяйке. Не научи чужим трудом несчастную лентяйку. Кто не просиживал штаны за маленькую парту, то даже собственной страны не смог найти на карте. И согласишься ты со мной, когда пора учиться, то ни башмачник, ни портной не смогут пригодиться. И вряд ли будет польза в том, кто жить привык чужим трудом. Молодец, девочка, присоединяйся к нашим ребятам и учись прилежно. Мы желаем всем тебе и всем ученикам успехов в учебе! Пара минут и первый звонок нас позовет опять на урок. Школьные двери вновь распахнутся. Учебные будни вот-вот уж начнутся. Звенит звонок на много лет подряд, его услышат люди, улыбаясь. И расцветают лица у ребят, пришла пора, уроки начинаются. Право подать первый звонок на первый урок в этом учебном году предоставляется ученице 9 класса Устиновой Елизавете и ученику 1 класса Устинову Стефану. Пожалуйста.